люди церковь приходят по-разному. То желание, а кто и нет. То по сути, что будет сказано, и на что-то найти ответ. Кто-то просто пришел помолиться, Богу душу свою открыть. Кто-то церковь пришел учиться, кто-то церковь пришел учить. Есть приходит по вдохновению, чтобы Господа здесь увидеть. Есть приходит по принуждению, чтобы знакомых родных не обидеть. Люди церкви приходят по-разному, и на жизнь их разный взгляд. Злые, добрые, дельные, праздные, и стремятся кто в рай, а кто в ад. Ком-то просто жива привычка, все приходят и вон идет. Для таких дом молитвы отмычка из подвала земных забот. Есть семейные, есть одинокие, пожилые и молодежь, образованные и недалекие, в церкви разных людей найдешь. Есть приходит с корыстной цели, то за тем, чтобы семью создать, то за тем, чтобы ему помогали церкви, чтобы не это всем помогать. И мошенников, и аферистов, всякие церкви уже медали, люди власти, карьеристы, все старые руля желали. Были в церкви, юды предатели, есть, наверное, не сейчас. Полномочные наблюдатели церкви крадались не раз. Кто приносит благословение, кто-то горечь несет, кому-то радость, кто приновение, кто-то плачет, а кто-то поет. Есть приходит по воскресенье, чтоб какую-то дань отдать, ни тяги, ни настроения, как пришел, так ушел опять. Есть духовные, есть плотские, всякие люди есть здесь. Есть и сложные, есть простые, всех, наверное, не причесть. Так сдавайтесь, друзья, проверим, с чем мы с вами сюда пришли. Как мы слушаем, как мы верим, что для Господа сейчас смогли. И когда мы закончим собрание, все разимся кто куда. Дай нам, Боже, большое желание, то молитвы стремится всегда.